И как мне кажется, что в принципе ремонт вот этим и закончится. Упс. Чуть не перевернул мой запас спирта. Годовой, как минимум. Как хорошо, что я не употребляю алкоголь. Так бы с какого-то похмелья бы разбавил и принял. Долго он у меня бы не продержался. Если кому интересно, здесь вот такая вот микросхема стоит. И заодно я покажу, как я умею.